Привет, парни, привет, медведи, привет, подписчики, гости канала. Хватит мне писать килограммы сообщений, тонны сообщений в комментариях, под видео, в личных социальных сетях и так далее. Берлога Лайф, появился наш Бондаренко. Берлога Лайф, ты просто обязан снять видео. Берлога Лайф, ты обязан сказать свое мнение. Берлога Лайф, Берлога Лайф, а я лежу, болею. Вот поэтому теперь терпите, что я говорю в нос, и у меня вот такое вот состояние. Вот. Не даете вылечиться, требуйте в видео свое мнение. Сейчас получите. Но прежде, ребят, я хотел бы вас попросить такой вещи, которую никогда не просил. Ребят, мне нужен ноутбук. Мне нужен ноутбук, и целевой сбор на ноутбук составляет 30 тысяч российских рублей. Я со своей стороны обещаю полностью показать, куда эти деньги потратил, что я купил, показать квитанцию, показать распаковку и так далее, и так далее. Но сейчас без вашей помощи мне пока не справиться, ноутбук у меня действительно что-то не совсем хорошо тянет. Ну, для того, чтобы мне снимать более качественный контент, делать хороший монтаж и хорошо, качественно выходить мне на стримы, мне нужна ваша помощь, 30 тысяч, ребят, белорусских, ой, российских рублей. Ну, теперь я сейчас вот на эту тему хочу поговорить. Значит, глянул я его стрим вчера вечером, глянул, посмеялся, прослезился. Рассказал он, значит, как они там получили трюнделей с Юлькой, что Юлька убежала, он тоже убежал, но успели его там зацепить. Ну, как всегда, эти сказки, хотя он говорит такой, да я ж не буду вам тут сочинять. Ну, нет, это ладно, это хрен с ним, разобрали, знаем, понимаем. Другая тема, типа, он такой, я вот за 2-3 месяца кое-как собрал там 22 тысячи рублей, и было видно, как у него прям нутро требует сказать, фраза вот здесь вот уже у него стоит, что вот вы такие негодяи, я для вас, а вы мне только 22 тысячи собрали всего-то там за 3 месяца, и ну, сдержался, значит, я смотрел за этим, наблюдал, как он хочет, ну, но понимает, что он сейчас себя окончательно уже закопает. Тем более в комментариях там много у него достаточно было хейта. Но больше меня удивило, как все его там, ну, не все, а некоторое количество людей начали его поддерживать. Типа, красавчик, Никитос, молодец, с возвращением. И он такой, я сидел, бухал. Я бухал, я вам честно говорю, я жестко бухал. Но деньги и ваши донаты я потратил на цели. То есть, мне нужен был ноутбук. Я купил ноутбук, но я вам его не покажу. Вот он у меня здесь стоит. Верьте мне на слово. Я жестко пил, блядь, но я деньги, сука, не пропивал. Вот ни одной копейки не пропил. Я, блядь, отдавал долги. Я не буду вам, блядь, лохам показывать, значит, квитанции по возвращению долгов. Вы должны мне верить, сука, на слово. Верите мне на слово. Я все долги дал. Не все там, а часть. Я купил ноутбук. Это нет, не тот старый. Это, блядь, это новый бэушный ноутбук. Все, всем верить, да? Псы, блин. Ну, дальше, значит, у него пошли все-таки донаты, это его личное дело, как бы, ну, собирает и собирает донаты, там, на жизнь, все это нормально, здесь претензий нету. Значит, пришло ему там на донейшн 500 рублей и пришло там ему 250 рублей на карту. Ну, ладно, хорошо, на жизнь, в принципе, это хватает. Ну, тут другой момент. Другой момент, значит, он вышел, значит, ни перед кем, в принципе, ни толком не объяснился, сказал только, я бухал, вот я лежал в больнице, вот у меня там кровью я харкал и так далее, и тому подобное, и звонит ему кореш. Звонит ему кореш и говорит, пошли бухать. Тот такой, да не, такой сидит на камеру, да не, я не пью. Тот такой, ну, говорит, одолжи денег. Да откуда у меня бабки? Тот такой, ну, попроси там у своих, пускай тебе задонатят. Тот такой, ха-ха-ха, ну, хочешь, я там включу. Ну, все, деньги ему там какая-то часть суммы пришла, там, с донейшн алерт, значит, он получит только сегодня деньги, это максимум, он может вывести на карту, либо там на Киви кошелек, либо еще куда-то. А вот на карту 250 рублей ему пришло. То есть, он уже может прямо в тот же момент ими этими деньгами распоряжаться. И такой посидел, такой, раз, ага, все, значит, пятихатка ему упала на Donation Alerts, 250 рублей у него упало на карту, дальше ему никто не донатит. Не донатит, комментарии у него потухли, то есть, да, там какие-то такие вялые были. Он сидит, такой, а, все, скорость падает, все, надо уже бежать. А куда бежать-то? Друг звонит, да, все, 250 рублей на карте есть, уже можно скинуться с корешем и купить бухло. Конечно, сильно не разопьешься, потому что обещал. Ну, то, что его обещание, это тоже хрен там маслом помазанный, да, что он там обещал. Может быть, будет выходить, а может быть, не будет выходить, не знаю, не понимаю. Но то, что цирк продолжается, то, что будет теперь интересно наблюдать за тем, что он будет говорить, как он будет вести свои стримы, какие кассы он будет запиливать, а как он там дальше будет свои Юльки, этой распышки поганой, ай, блядь, нахуй, дальше лизать, как же он там вчера рассказывал, вот, я там Юльку пиздил, она мне, а, говорит, она его тоже пиздила, да, я вообще в шоке, альфа-самец, блядь, баба, которая своя же пиздит, и распышка, блядь, у которой детей отобрали, блядь, тьфу ты нахер, поганая, блядь.
как он ее там чпокает, как они там время проводят. Жесть, блядь. Я не знаю. Настолько его пилоткой накрыло. Вот реально, ребят, я вчера смотрел, я понимал. Там пельменем его накрыло жестко. Все, человек уже потух. Человек туда уже залез в эту письку. Милые бронятся, только тешатся. Это вот про эту семейку, да. То есть, абсолютно точно. Милые бронятся, только тешатся. Они там поругались. Он там где-то там есть что-то сгоряча сказал, она ему сгоряча, друг другу, значит, они лещей надавали, разбежались, набухались, и потом эта эмоция прошла, и он приходит. Я уверен, ребята, я на 1000% уверен, что каждый раз, когда они расходятся, именно Валера просит у нее прощения. Почему? Да потому что именно так было со всеми его предыдущими девушками, женщинами в его отношениях, абсолютно во всех. Не было такого, где бы он ушел бы сам. Всегда было так, что его баба выгоняет, а потом он просится у нее назад. То есть просит у нее прощения, там льет крокодиловые слезы, эти пруфы все у меня на канале были, да, и так в интернете они достаточно в большом количестве гуляют. Ну вот, то, что вот я вчера увидел, будем наблюдать дальше. Ребят, не забывайте, что мне нужна ваша помощь, мне нужен ноутбук, нужна сумма, ну, хотя бы 30 тысяч рублей. Ссылка на донат в описании, я очень на вас надеюсь, и там прямо есть Kiwi кошелек, можно туда кидать. Я даю слово, что у меня все будет по-честному. Все, ребят, наблюдаем дальше за этим цирком, наблюдаем за Афоншиным, который недавно спалился, да, с видео. Я об этом тоже отдельно запишу ролик, расскажу, что я думаю там. Может быть, вместе с его братом Валерой. Ладно, ребят, крепкого здоровья, берегите себя, не болейте, как это сейчас делаю я. Я пошел лечиться, ну и работать, и лечиться. Пока.